Что ж, здорово, здорово. Я ищу второе морское божество. Он еще есть чай. Держитесь крепче. О! Приветствую Бисмарка. Ничего себе! Смотрите! Ух ты! Какой здоровенный! Так вот он какой! Бисмарк! Это и правда он! Он огромный! Он реально монстр! Смотри, Ном! Здесь море просто кишит рыбой! Неудивительно, что рыбаки его боготворят. Пожалуй, нам стоит выказать ему почтение. Открытое море — это чудо. Такое не каждый день увидишь. Как его помахать ему? Ой, это надо обязательно сфотографировать. Здорово, что мы сюда доплыли. Я уже забыл, что фотать-то. Блять. А, на X. Как он хорош. И с ним всегда огромная рыбья свита. Это пока я их всех не выловлю. Только обязательно возблагодари его. Ачивка? За это дали мне ачивку? Да блин, за нарвалом. Не знаю. А что тут еще за миссия? Так. Надо ночи дождаться и вот как-то там вот. Представляю, сколько здесь рыбы! Ты бы на несколько часов завис. Заебало. Вот селедка ебаная.
получается все лучше. Какие-то новые, да? Отвратительная какая-то. Здоровенная клюнула. Что-то вообще не... Очень маленькая. Ты молодчина. А, Нак, ты хоть отреагируй. Да это... Всё хрень какая-то там. Так, куда я хочу попасть? Альтисия. Блядь, зачем долгие загрузки? Стоит запастись зельями и всем прочим. Да, даже от тебя. Так, теперь задание. Да бывает толк. Это что значит иногда? Так, сейчас вот ночь, и мне за эту ночь надо всех побить. Прокатимся? Да пошел ты. Как же здесь здорово!
ничего. Оружие нужно? Тогда вы по адресу. По-какому, дура? У меня все это есть. Заходите еще. Чего к тебе заходил, нахуй? Алтарь Матери Волн. Древнее религиозное сооружение водопада Челуны. Власти взяли его под особую охрану, и вход на его территорию посторонним строго воспрещен. Хотя сейчас этот алтарь известен всем как место поклонения богини Марии Левиафан. Его происхождение окутано тайной. Столбики рядом с алтарем напоминают причальные, так что, вероятно, а в прошлом здесь находилась лодочная пристань. Некоторые даже предполагают, что здесь была точка для астрономических наблюдений, где мореплаватели изучали звезды, чтобы положить верный курс. Ждем темноты. Так, ну что, все, он не будет появляться, нет? Как здорово, что не нужно никого убивать. Ну, блядь, то где? Дела?
Увидимся! Что ты будешь делать, если очки разобьются? У меня еще одни есть. На всякий случай. У него всегда есть ответ. Мать твою. Далее. Кошмар. Нужно отправить полночь. Этого нам, мне кажется, надолго хватит. Шопинг! Наконец-то! Полегче, транжира. Да ладно тебе, скряга. Плывем.
Как мне туда потом попасть? Через соседи города, точнее район. Блять, ебанутый нахуй город, я его ненавижу, блять. Постройки ебаные. Целый час, блядь, плывем нахуй. Гондольщики ебаные, быстрее там. Как соберетесь назад? Зовите! Пошел нахуй. Так. Это не к добру. Этот мир сошел с ума. Так, следующее задание. Кошмар на воде был выполнен. Это выполнен. Так. Кровавые воды. План действий. Пойти на холод. Тогда я пойду с фланга. Хочешь пробить прямо на меня? Я здесь. О, крышим черепа! Yeah!
лезет по моей части. Так. Питание. Поворот не туда. Подожди. А, я уже все выполнил, да? А, ну и здорово. Так, значит. Что мне? У кого-то отличное настроение. Полагаю, кто-то радуется победе, добытой в тяжком бою. Кто-то хочет получить поеблу, я так понимаю. Что очевидно. Ну что, прокатимся? Я там хоть раз был, интересно. Отсюда открывается неплохой вид. Ага, когда начинается следующий раунд? Инструмент, что нам дал? Что он делает? Гриданта. Кажется, с ее помощью подгоняют монстра. Правда? Эй, давай не здесь. Гораздо громче, чем я думал. Сейчас начнется. А моя задача в чем? Добро пожаловать на арену Гальвиана. Здесь вы можете сыграть в Тота Монстра и попытаться угадать победителя Сварт-босса. Ставьте гигантские медали на выбранную вами команду. Если вы угадали, получите выигрыш в размере ставки. Нужно на шанс победы. Гигантские медали можно менять на различные призы. Копите медали, обмените их на наши замечательные призы. Рок живучести, рок очищения, рок неукротимости. Рок-творство. Купить медаль. Жало без кинжала, коэффициент. Я
иду, иду. Охуеть. Проебал или посмотри, да? Обидно. Что за призы? Нихуя тут. Сколько мне надо медалей заработать? Ух ты, подушку не надо. Блин, мне это все надо, я это все хочу. Нихуя сейчас мне толпой просто заебашь тут все. Ебать, как тут угадать вообще? Вот чёрт. Вы издеваетесь, что? Сейчас толпу опять запинают. Да суки ж, заебали. Как тут, блять, выиграть, когда пиздец какой-то происходит? Я не понимаю, как тут мне сражаться сейчас в данный момент. Не принимай близко к сердцу. Типа нахуй. Thank you.
Я серьезно. Сейчас пиздячик-то выходит. Давай, ног! Я выиграл. Нихуя себе. Наконец-то начинает вести. Вообще, наконец-то. Вали ты его, придурок. Чё ты мимо-то бьёшь, баран? Ой, ты дебил. Бей его нахуй, бей. О, пизда. Пизда, пизда, пизда! А, блядь! Боже, суки. Ну, не все выиграл. Давай, Скорпион должен победить. Пиздец, Скорпион. Давай, красиво. Ты в отличной форме? Как и всегда.
Я думаю, этих больше возможностей. Че они так вот тупят-то, блядь? У тебя все шансы на победу, либо ты проигрешь. Да уж, напряженный вышел бы. Сколько там надо? Да ты что, 3 ляма? Охуеть. Десять тысяч – это 1 лям ебать. Я где такие вам деньги возьму, вы дебилы, блин. Так, ну что? Что? Давайте я схожу. Схожу. Миссия, да. Сюда вернусь потом. Наверное. 3 ляма. Ну, блядь, пиздосы. Придумали. Говорят, где-то здесь есть очень красивое место. Поищем его. Конечно. Давай посмотрим. Да, идем. Сука, ты какая тупорылая, блядь. Мы только оттуда пришли. Отсюда. Так, снимаю. Ты нарвал, да? Божество их тебе второе. Сейчас сниму. Вся команда в сборе. Все мы. Хочет Приветствую. Вы не местные? Меня зовут Олесио. Я коллекционирую монеты, в частности, памятные монеты Оракула. У вас есть? Если хотите, я с радостью выменю их на что-нибудь стоящее.
Я даже не знаю, серьезно. Давайте. Есть что? Есть предложение. Вы не... Ну что? Договорились? Есть предложение. Ну что? Договорились? Есть предложение. Ну что? Есть предложение. Ну что? Есть пред... Ну что? Договорились? Есть предложение. Ну что? Есть предложение. Ну что? Договорились? Есть предложение. Ну что? Договорились? Есть предложение. Ну что, договорились? Приносите еще монет, я приберег для вас кое-что. Сейчас же без фантовых там. Славно. Так, куда плывем? Маго. Сука. Пойдем в комнату. Рад знакомству, джентльмены. Хуйня какая-то. Так, мы доплыли. Теперь ясно, почему люди так тянутся к этим. О, кто приехал? Все живы, здоровы. Этому чудищу вы оказались не по зубам. Все живы, здоровы. Да. Этому чудищу вы оказались не по зубам. Что ж, чем могу помочь? Хотите поскорее испытать свои силы? Ты, блядь, только не этот уебан. Удачного возвращения, ребята. Давай перекурим. Так. Где этот придурок находится? Секретаря снова застали в Маагу. Они с хозяином явно дружат. До свидания.
Какой приятный ветерок. И то верно. Что-то дождь там пошел? Да нет. Не дождь. Как соберетесь назад, зовите. Угу, обязательно. Что, прокатимся? Да, давай. Пойдем в комнату. Рад знакомству, джентльмены! Где остановимся?
Привет. Все живы, здоровы? Конечно. Проголодались, да? Кое-кто нам тут досаждает. Еще. Разберетесь? Все ночью. Этого хватит на некоторое время. Все в ваших руках. Отлично. Теперь же все ночью. Этого хватит на некоторое время. Действуйте как команда, и все получится. Она не по своей воле водит дружбу с Империей. Ну, рядом тут у нас получается что? Это, там вот это. Все знают, что она за независимость. Может, славно. Куда плывем? Сюда. Холодно. Ага. Есть идеи, где пожить? Где пожить, пожрать. Как соберетесь назад, зовите. Угу. Может, он предлагает кулинарный поединок? Ну да я сомневаюсь. Беги! Нихуя он. Сидеть,
Я прикрою тебя. Надеюсь. Победа уже близка. Да, серьезный был чувак. Так, мастер побега. Я хочу только одного, в номер и спать. И я. Лагерь меня сейчас не устраивает. А тут и нету лагерей, ты дебил. Сейчас я им врежу. Только не слишком увлекайся. Кто бы говорил? Сука. Это ерунда. Неправда. Ерунда. Так, три задачи. Просто перейти, да? Качайся у фото. Запарил. Пробка! Ясно? Я залезла, ты не успеваешь! Задание, так. Да пши, блядь, чихнул. Thank you.
Так, я хочу кое-что проверить. Ну, все, печать, печать. Так. Ну что, прокатимся? Знакомству, джентльмены! Куда обычно? Какой приятный Мага. И то верно. Так, на этом, наверное, пожалуй, я буду заканчивать, потому что время уже подходит к концу. Скоро на работу. Жопа жопная. Ой, кофеечка. Я наконец-то покончил с Devil May Cry 5, прошел все полностью, все ачивки заработал, все пооткрывал, блять. Было сложно, было нудно, но я это все-таки сделал. Еще прошел VR-игрушку Narcosis, в принципе, тоже хорошая игра. Тоже себя чего не выбил. Было совсем не трудно. Просто запутано, и голова начала кружиться очень быстро, причем укачивало, в общем, из-за резкости поворотов камеры. Как соберетесь назад? Зовите! А если я не соберусь назад? Что ты обидишься? О, кто приехал? Нет, народ. Этому чудищу вы оказались не по зубам. Ага. Все живы-здоровы. Этому чудищу вы оказались не по зубам. Все живы-здоровы. Что вас привело сюда? Вам всегда рады. Так, ну что, на этом все. Давай, счастливо, до свидания. А я все думал, когда вы появитесь.